Осенне-зимняя сессия парламента начнется 2 сентября. Накануне председатель законодательного органа Игорь Корман подписал распоряжение о начале осенне-зимнего парламентского сезона. Сначала депутаты возобновят работу в комиссиях и будут готовить законопроекты к рассмотрению. Когда состоится первое пленарное заседание, предстоит решить постоянному бюро. После установления предварительной рабочей повестки на основе предложений постоянных комиссий. В прошлом году первое заседание осенне-зимней сессии состоялось 27 сентября. В его повестке значилось всего 7 вопросов, главными из которых были законодательные инициативы коммунистов об отставке Мариана Лупу с должности председателя парламента из-за отказа созвать внеочередную сессию парламента и постановление об установлении даты референдума о вступлении Республики Молдова в таможенный союз. Оба этих документа парламентское большинство забраковало. Коммунисты в знак протеста покинули зал заседаний. Согласно Конституции, парламент созывается на 2 очередные сессии в году. Первая начинается в феврале и завершается не позднее конца июля. Вторая начинается в сентябре и завершается не позднее конца декабря.